Посиделки. Вместе со звездами дорожного радио. Всем привет, друзья! Я Вячеслав Мясников. Передаю огромный приветище всем слушателям дорожного радио. И хочу спеть для вас песню, которая называется «Сидим дома». Для всех, кто сидит дома, песня «Сидим дома». Есть разные места у нас, где можно посидеть. Можно на диету сесть, чтоб не потолстеть. Можно сесть на стульчик, а можно на стульчак. Можно к батарее, если ты мерзляк. Можно сесть на корточки, а можно и в тюрьму. Можно посидеть у моря одному. Можно сесть на озере и с удочкой балдеть. А лучше просто дома недельку посидеть. Сидим дома, дома сидим, сидим дома. Дома сидим, сидим дома. Дома сидим, сидим дома. Дома сидим. Дома много дел есть, чем там себя занять. Можно наконец-то кладовку разобрать. Прибраться на балконе и пирогов напечь. Вымыть чисто руки и на диван прилечь. Можно это время все провести с семьей. Раз уж приключился всемирный геморрой. Но все это закончится и не успеешь охнуть. Главное, ребята, от паники не сдохнуть. Сидим дома, дома сидим, сидим дома. Дома сидим, сидим дома. Дома сидим, сидим дома. Дома сидим, еще раз все вместе. Сидим дома, дома сидим, сидим дома. Дома сидим, сидим дома. Дома сидим, сидим дома. Дома сидим. Все, всем пока. Посиделки. Вместе со звездами дорожного радио.